Всем доброе утро, дорогие мои подписчики. Я сегодня с утра отправилась на свой любимый пляж. Я уже показывала его в своих видео. Ссылочку обязательно оставлю под этим видео в описании. Кстати, называется он Secret Beach, как оказалось. То есть секретный пляж. Я даже и не знала об этом. Но на нашем секретном пляже сейчас ведется грандиозное строительство. Что строят, пока никто не знает. Если кто-то меня смотрит из Эмиратов, и если вы знаете, напишите об этом в комментариях. Что еще могу вам сказать? Приехала я на пляж в 7:30 утра, еле продержалась час. Объясню почему, потому что днем температура плюс 45, температура воды в Персидском заливе плюс 34 градуса. Просто представьте себе, это то же самое, что вы дома моетесь в горячей ванне. То есть такая же вода, она абсолютно не бодрит. Но выхода летом нет, на пляж все-таки очень хочется. Итак, когда мне очень хочется есть, но готовить мне лень, я пользуюсь, ну, очень короткими и быстрыми рецептами. Вот один из них, это мексиканский салат. Не знаю, правда ли он мексиканский, или просто-напросто ко мне этот салат попал под таким названием. Вы мне можете написать об этом в комментариях. Но действительно, рецепт очень-очень быстрый. Для этого салата вам понадобится только что отваренный рис басмати, баночка сладкой кукурузы и баночка тунца в масле. Все очень просто. Мы просто-напросто смешиваем в чашке все ингредиенты и добавляем туда, соответственно, чуть-чуть перца чили, но салат должен быть островатым, и немножко можно добавить еще черного перца. Салат готов. Он получается вот таким, и сверху просто-напросто украшаем его несколькими листьями петрушки. Ну или по вашему желанию можете украсить чем-либо другим. Все делается буквально за 5 минут, ну за исключением того, что рис еще варится где-то примерно минут 10. Все, все просто, очень быстро. Всем приятного аппетита! Ну вот, сегодняшнее утро я благополучно провела на пляже, а потом, соответственно, в торговом центре Батута. И еще в торговом центре Батута я сегодня приобрела вот такие вот палочки для котов. Мои коты их просто-напросто обожают. Правда, они дорогие, стоят они 3 доллара, всего лишь 3 палочки. Они, соответственно, состоят из мяса птицы и из печенки птицы. Палочки эти с таурином. Ну и, соответственно, мои котики их просто-напросто обожают. Ламборгини! 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 Вот, и мои котики эти палочки просто-напросто обожают. Ламборгиша! Заодно и поиграться с ними можно. Ламборгиша! Опа! Опа! Оп! 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 Поймал, поймал, поймал! Поймал! Ну-ка, лови! Давай, 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 ламборгиша. Ела. Давай, ламборгиша. Опа. Ап, ап, ап. Ламборгиша, ап. 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 Ламборгиша. Давай. Давай, давай, лови палочку. Ламборгиша, лови палочку. Кс-кс-кс. Катя. Катя. Вот и Феррари тоже пришла за палочкой. Вот и Феррари тоже хочет палочку. Все в сборе у нас тут. Ты чё, ламборгиша? Вот так вот, чтобы никому не досталось. Феррари? Кушай. Ламборгиша? Давай. Ап. Итак, всем привет, дорогие мои подписчики. Особо не смотрите на мое лицо. Оно уже, кстати говоря, не мое, как вы, наверное, заметили, это у меня тут котенок пробежал. Так вот, особо не смотрите на мое лицо, это я немножко сегодня подзагорела на пляже, несмотря на то, что я там была всего час,
и особо не загорала. Но сами понимаете, если днем плюс 45 и вода плюс 34 в 8 утра, то, конечно, соответственно, и загореть тоже можно, даже если пользуешься защитным кремом, которым я, конечно же, обязательно пользуюсь, когда выхожу на солнце, причем защита там 80, потому что 50 уже при нашей жаре просто-напросто не помогает. О чем я хотела вам сегодня рассказать? 10-й айфон у меня уже есть, я об этом говорила, но вот приобрести селфи-палку к 10-му айфону оказалось проблемой. То есть сначала я зашла, как обычно, в магазин «Шараф Диджей». Я уже упоминала об этом магазине электроники, который есть у нас в Эмиратах. Но там они мне предлагали селфи-палку от 7-го айфона, от 8-го айфона, которые, собственно говоря, мне не подходили. Потому что селфи-палка для 7-го айфона у меня дома есть, и я ее заранее проверила, и она не работает с 10-м айфоном. И тогда я отправилась в еще один известный магазин в Эмиратах электроники, он тоже находится в торговом центре Батута, но и в других, соответственно, местах Эмиратов у них есть свои филиалы. Зашла я в магазинчик IMAX, и там они мне предложили вот такую вот селфи-палку. Посмотрите, она для телефона для китайского Huawei, но тем не менее к 10-му айфону она тоже подходит. То есть эта селфи-палка, она работает с Bluetooth, ну, потому что иначе ее уже никак невозможно подсоединить к телефону, кроме как через Bluetooth. И выглядит она вот так, то есть совсем маленькая. Очень удобно ее ложить в дамскую сумочку, потому что в моей дамской сумочке уже и так очень много всего лежит, да. То есть она вот так вот раздвигается, селфи-палка. Вот так вот. Здесь, соответственно, место для телефона, как вы видите, да? И здесь еще есть свет. Сейчас я вам покажу. То есть, видите, свет на селфи-палке. То есть, в принципе, если темно, то вы можете включить этот свет и, соответственно, продолжать снимать видео, либо делать фото. Я еще эту функцию пока не опробовала. Обязательно опробую и скажу вам, как она работает. В общем, эта селфи-палка мне понравилась, она очень компактная, буду ее использовать обязательно, поэтому надеюсь, что мои фото и видео станут лучше. В завершении сегодняшнего видео мне хотелось бы вам еще показать один хороший ресторан в Дубае, который находится в Джебель Али Виллидж, это Андалузия Тапас энд Гриль. Это испанская еда, но арабские блюда в этом ресторане тоже есть. И каждый вторник в этом ресторане проходит Ladies Night, то есть ночь для женщин. Кстати говоря, работает этот ресторан с 4 часов вечера до 3 часов утра, так что у вас будет время повеселиться. Внутри ресторана находится бар, и, соответственно, на Ladies Night для всех женщин подаются 5 напитков абсолютно бесплатно. Сейчас я вам покажу меню, в котором вы сможете увидеть, какие же напитки предлагаются на Ladies Night, то есть в женскую ночь. Если вы не употребляете алкоголь, то вы можете заказать либо воду, либо газированные напитки. Кухня мне в этом ресторане очень понравилась, так что всем рекомендую. Не понравилось то, что очень громко орет музыка, но, наверное, это мое личное мнение, потому что все-таки это ресторан-бар, ну, а, собственно говоря, в баре музыка и должна греметь. Для вас я сфотографировала меню, в котором вы можете посмотреть, что именно подают в этом ресторане и сколько это стоит, и парочку закусок, очень таких интересных, которые мне понравились и которые мы пробовали в этом ресторане. Особенно мне понравилось фотографироваться в мексиканской шляпе. Как она называется, к сожалению, не знаю. Если знаете, напишите в комментариях. Но, на мой взгляд, фото вышли просто отличные. Поэтому всем рекомендую. Очень неплохой ресторанчик. Но если вы любите громкую музыку.